каждого из нас и не остается с одним словом – доброта. Даже мы как-то никогда не задумывались о том, что почему она так близка, почему нам, она русским, так дорога Индии. Потому что она необыкновенно добрая. Из нее идет свет доброты. Будда был один из первых, кто сказал, через доброту все. Индийцы, у них верование, культура, все построено, мировоззрение на доброте. Понимаете? На доброте. Поэтому они нам так близки. Поэтому мы родные. Мы родные именно по доброму духу. Поэтому спасибо Индии. И она не случайно сегодня с нами. Спасибо, спасибо.